Добрый день, меня зовут Голованов Алексей. Мы находимся на площадке Агроцентр Самара. Сегодня 6 мая, проводим повторное барнование с целью сохранения нашей продуктивной влаги. Как мы можем видеть, почва у нас достаточно увлажненная. По спелости наш комок рассыпается, значит, почва готова к проведению посевных мероприятий. Также воткнут термометр. Это последняя пятая точка на глубину заделки семян, показывает 17 градусов Цельсия. Одновременно с закрытием влаги происходит на данном поле и удаление сорной растительности. Таких, как предшествующая культура была ячмень, то есть это падалица ячменя. Также у нас взошла щирица запрокинутая. Мы можем наблюдать падалицу ячменя. Вот она, щирица. Они уничтожены. Так как у нас почва физически поспела, температура ее благоприятная к посеву, можем проводить предпосевную культивацию и посев зерновых культур.